Ебать, я уже заморачивался, с кем мне целка ходить. Так, я тут. Твыся, здорово. Здорово. Тут Мишка Что? юный танчит, смотри какой. Мишка, я вижу. Квадратик на мне такой веселый. Четвертая Ты ката, чё, ну кого ждем? у меня проф уже Проф даже. более половины. Сейчас и на Мишке будет убит. Вообще хорош. Чё, у тебя на Мишке будет? Тебе Проф. проф нужен, да? Ну да, у меня на ДК закрыт уже, прикинь. А Ретрик, у тебя хотя бы эти есть? Рейки для дивана. ДПС тебе, я так понял, ждать не стоит. Почему? Ну, у нее ни одной сетовой шмот. Ретрик, это вот этот? Ну ты чё? Ну так а шмот-то у него хороший. Он должен нормально давать. Ну, без сета, как по мне, он не даст вообще ничего. Ну, я думаю, 7-8 даст. Ну... Если он пиздец, это не будет, то это пиздец, блядь. Го, я тоже за. Давайте попробуем. Куда дальше заводите? Ловушки обезвредишь? Да. Еще один заход в ЦЛК, у меня фулл репа. Ну, я сейчас много пронесем, а Синдри отпешка. Ну, тут, по-моему, за Синдру за репу не дают. Ой, нет, дают. Десятки? Синдру, а что, разве нет? По-моему, нет. Пучки вот эти где, а? По-моему, нет. Ну, я думаю, в следующий раз тебе не хватит. Ты потом не врывайся, дай на ловушку. Вы ешь кенроллишь, да? Не. Гильдейский, там в ГБ иду. Сегодня я на РТ подниму этот вопрос. Перед РТ. Открытие. Ну ладно, пусть. Следующий бой может тащить сразу. Там нет. Чего можешь тащить? Ну, трэш сразу тащи следующий. Там нет ловушек. Да заебали вы меня в кокон, брат. Гильдус, гильдии, шаманы, ксек, блядь. Я сразу подумал, что он пидорас. Да. Вот
все подумали, и кроме меня никто не сказал, прав? Что, что он пидорас? Он гондон, да. Вообще, это просто шамана, который ливнул? Но... гондон, блядь. И из-за ари сделали. Ой, где? Да, ну хули, а хули, хули бы не ливнуть? Он ливнул, он может где-то перспективу 25 гер увидел для себя. И птеринас мы забрали. Так он еще и теринаску забрал? Теринаску с обычки забрал, да. Боже. Ну, я когда эрлил, лича 2 часа. Короче, в итоге человеку закрыли лича, профа, зуламан, отдали, я ему сама лично отдала Салейс, уступила запы, хотя по приору была выше с геры, которая кольчужная, потому что он нанывно скулил. Клюёбок. Дом гандон. Мне никогда никто не слушает. Хилил, хилил, ну вроде бы и глаза закрашены, человек хилил, а он ну, пидорас просто. Ну и пошел он нахуй. Мы своих персов качаем, да, ты выси, будем вдвоем хилить нахуй. Это. Да, он не пишет. Она при сте была. Он ливнул утром, получается, и вечером. Мне почему-то на приста пишет. Я так тебя люблю. Представляешь? Долбоёб. Когда я его сидела, обзывала бабой и нытиком, он молчал в тряпочку. Ушел с гильды и пишет мне, я так тебя люблю. Ты говорит о чем? О том, что человек просто неуравновешенный, неадекватный. Если бы меня так баба хуесосила, так я не знаю, я бы разнесла, наверное, тут все к чему. Кушаем рыбу. Все стоим за спиной, в лужах мы горим, шипко. Геру споду дадите? Да, Гера будет спод. Да, охуенно вообще. Мейн, ГГ, ОТ... Чисто под гаргулью, короче. Короче, на вопрос. Тут ничего по стакам, никакие стаки... Нет, нет, стоишь и все. В одном фрейме с медведем стоишь и все, поехали. Я понял, окей. Только истери мне, дай. Мишка? Мишка. Дай, готов, беги, да? У меня рывок есть. Кири, да? Что у нас? Геру. Окей. Забери Томас. Повторяешь. Ну и ты домаш. Ты на пул-то давал у него? Не. У меня с агро проблема небольшая. У кого? У ДК что ли? Да. Как бы соло таргет у него могут сорвать. Чтобы много ДП. Надо билд посмотреть, что у него там. Все норм. Один промах ЛПшка. И всего ты три, да. Мало ЛПшек у тебя. За спину опять бежались. Я стараюсь не мором обновлять ЛПшками. Ну и таланты у тебя говно, если честно. Ну, кто знает. Жмите корову. О, у нас ДПС, да, долго бьем. Я же не смотрю ДПС. Это нормально, блядь? Да нет, этого ДПС хватит, чтобы на фул заходить.
Главное, чтобы хила хватило. Вот на леще вряд ли хватит хила. Схерали. Ну, я не знаю просто, как полипал Стуиса сыграет. Я леча тут только в 3 хила убивал. Понял. Не, ну круто будет, если они захилят, то я буду в образец их ставить. Ну как бы ДЦ копал здесь вообще все хилят. Я если и хожу с хилами, то как-то... На группу подойдем? Да. Ну будет боешка, я заберу ее себе, а так на группу. Ты еще разорвал здесь, открыл я эту руку. Кому ничего не надо, гуляйте, кому надо, идите. Ну когда я твой успех досмотрю. Где ты уже? А, ты с той стороны побежал. Ну, в принципе, от Ретрика больше всего. Это дробяшка. Кинжал, по-моему, еще носит. Не то, что Ретрик, это просто у него шмоты нет. Так, я думаю, может быть, он дал ДПС на шмот. Давайте танки тяните. Я уж по привычке, блядь, стал. Че там, кого? Черепу, кресту, мельки не подходит, а остальных хуе. На лестницу встаньте все. Отворачивай. Петами поаккуратнее лук. Да не-не-не, иди. Как бы если я изначально знал, что ты без этого шмота, я бы тебя не взял. Ну а так ты уже сидел с нами, ждал. Что там с этими-то? Ну тащите любого из них. Ты тащи крест, а Войт, ну ладно. Тогда ты лови там. РДД играйте по кресту, а мили по вот этим. У них фрейм большой, не обязательно. Чё ты говоришь, Войт леча в 10 сятки не убивал в 2 хила? Вы ж тогда меня на синдру леча добрали в 2 хила. Я не помню уже. Хила мы были, ты на Алисе еще орал. Алиса танчила тогда, то ли первый, то ли второй. Точно раз. В 2? Да. А был там ДЦ, наверное. Никогда в жизни не хилила в 3 хила леча здесь. Так а тут тоже ДЦ же? ДЦ там был. И РШАМ там был. РШАМ. Только с той стороны держи его. РДД играть в чем? Ну вы чё, блять, своими бомжами? Ничего, можно все убить, просто бейте трэш. Бейте трэш, пауки эти огромные. Да убьем трэш. Сейчас трэш побьем. Только не надо. Да не, это вся хуйня вообще, блять. Ну да. Ну да, блядь. Уберс с бомжом поаккуратнее, ладно. Вообще бомжа отсюда убрать. Ну, рядом со мной всегда бегает. Ну, типа,
Не беспокойся. Он понял, он наглый, он, ну, агрит трэш, ему похуй. Он тебя не слушает, он бегает, агрит, все веселится. Он, пока я не нажму, ни на кого не будет бить вообще. Может, на него сами леди сагрит. Блять, высказывай. Я видела. У меня это вряд ли из моего питомца сейчас было. Вы не вставайте, вы приступаете. Хотя тут можно было, блять, и... Ага. Можно было все убить, просто надо было быстрее вот этого моба убить, который стреляет. Домой срезь. Давай, давай. По-моему, в 3 мы тоже тогда были. Я ни разу в 2 не убивал. Ну, просто это нереально. Рисует уже. А чё ты масс рез не дашь? Ты там уже шаман рисовал. Там, понимаешь, ну, может быть, с танком каким-то бисовым можно так убить. Но там так по танку просекало, что... Блядь. Падает танк, Алиса падает. Ставлю рыбу, давайте. Уши. Мы с паладином бежим еще. Я танчил по барам. 243. Леща в 3 хила. И то рыгал там, бегал. Кузнец-то хорошо работает здесь. Так что прям, ну, не знаешь, куда деваться. Там только либо ретаунд от опытных танков, либо топовые хилы. Ну и прожимки вовремя, капли, хуяпли, все это надо. Я-то сам вон 25 обычки упал, блин. Когда я релил. Ну хули, думаю, третья фаза еще забрал леча, блядь. А он жнец, нахуй, я не смотрю. Давай лапку. Рассказываешь. Чё-чё? Лапку давай. Поехали. Я чё, один, что ли? Ой, бля. Не понял. Клуберс это наш. Чтоб ты понимал, есть ты об этом. За него ядом ДПС, и если, ну, с этим рейдом вдруг на пул дойдем, то будем что-то думать. Если будут замены, то зайдут еще сильные ДДшки. Ты так-то тоже не топовый, я тебе так скажу. Кто-то в ЧСе? Ты что? Нет. Но ты понимаешь, ты свой итем левел видишь, мой, допустим, итем левел видишь? Кто-кто, шаман, что ли? Да не важно. Давай, пуляй. Блядь. Делаешь? Ой. А? Чё? Убегаю. Ну там черепок, если все в нем будут стоять, то босс будет... Босс, а чё ты не заберёшь? ТК? Да стой уже здесь, Томас, не бегай. Да тут уже на мне второй черепок. Чё ты говоришь, ДК? А кто это ДК? Это с какой гильдии? Джакудзе вот этот. Это наш друг, Томас. Друг? Это мой босс. Босс прям? Да. РДДшники играют по мобам, у которых нету маны. Милики играют по тем, у кого есть. Вначале слева трэш, потом справа. Рыбу дашь или свою кушать? А я же ставил. В смысле, была же рыба. А да? Все, молчу. Опускаем. Дай истерику. Ну, спору давайте. Давайте. Вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Шаман, трэш, бей. А вижу, все, сорян. Если на трэш нужна будет помощь, скажите. Вы по этой херне такой зеленый.
Трэш вроде нормально разваливает. Блин. Кольца вроде нормальные у меня. Пепельные не надо только брать. Милики ушли на трэш. Вам там помочь? Не, ну он там. Вы переводите. Еще один трэш будет. Идите сразу на трэш, милик. Идите на босс. Там добивайте, я перевожу. Да, переводи, переводи. Мой верный слуга. Кто первый? И чё тут убирай, с таком, не с таком, я не знаю просто. Забирай. Всё. Забери, Томас. Дай Герушу. Забрал, брат, не бей. Шаман. Там можно даже таунт не жать, просто ЛПС-ки жмёшь и всё. Ну, я стараюсь. Готовься, сорву. Что такое? Прикосновение значительности. Ну, я 4. Заберу. Идет время. Выведи. Типа сколько стаков-то, я не знаю. Ты держи, пока держится. Все. Тебя это не убьет, самое главное. А остальное вообще плохо. Ну я реально, я ни разу не. Это танчишь. Бить бил, а танчить не тоже. Дай истерику. Могу и нардать кому-то надо. Пару не дай. Может энергию восполнить. Да, заберите, пожалуйста. Заберите. И нарнороги. Ну, может быть, восполнят, а тут... Блин, ну, я, ну, как... Ладно, череп. Скажите, а череп на кота канает вообще, нет? Не знаю. На рогу Джонасон. Почему нет? Крит сила атаки на кота. Нет, в воле. Нормальная тема, да? Ну, на первое время. Ну. А то где-то... РП сразу возьму. Там, короче, ну... Вот этот ДК... Танчи. Если хочешь, потом обсудить ДК спер. Не, у меня все равно. Не устраивает. Ты прям, ну, разбираешься, да? Ну, по-моему, устраивает. Пока, ну, давно. Да. Я надеюсь, все квест взяли. Не, я не брал. У меня другой квест какой-то был здесь. Там не важно, сейчас возьмем уже великаны и все. На первом этаже, да? Великаны? Да. Сейчас. Это обратно дайте, наверное? Да. Есть, квест есть. Оборона черепного вала, 10. Да, есть, точно. Просто ДК он чем топ-танк именно из-за воли мертвых, хотя я до него не докачан. Чтоб ты понимал, будет всем, кому ты говорил, вот Пика Дум был такой ДК, и Кварц еще есть такой ДК. Вот у всех моих знакомых она не прокачана. Воля вот эти.
И чем это объясняется? Не знаю, просто их не прокачивают. Но это объясняется тем, что они берут бесполезные таланты на трэш в третьей ветке, что ли, или что? Может быть. Ну так это, ну... Воля мертвых — это топовый талант. Ты представь себе снижение урона на 15%. Внутреннего КД нету. При ударе... Ну, там, в двух... Надо будет глянуть, у вас пилон и убор. Ты лучше вовремя бы пришел, Вэл, еще бы. А, Вэл пришел. Я только зашел, да, что такого? Вообще был бы топчик. Ну там шаман идет, возьмем золото. Он, короче, прокает в двух случаях. Либо когда у тебя меньше 35%, у тебя урон весь снижается на 15 сразу. Либо когда тычка, которая еще не пришла по тебе, она снизит твой урон меньше 35, и она уже автоматически весь урон снижается на 15%. Такого нет ни у одного танка. ДК только и за счет этого меньше дамага получает в критических ситуациях. Это топовый талант на личе. На Кате у него внутренний КД сделали уже. 6 там секунд или сколько. Но факт в том, что на личе нету внутреннего КД. Закончите трэш бить, скажите, неохота бежать уже. Протянусь. А что, хилов здесь вообще нет? Хулипал. Должен был остаться. Квест брали, да? Я, да. Я тоже брал. Просто я слово не даете сказать. Не, на самом деле Войд прав. Это не то, чтобы как Холи Пал без частицы, но талант этот, ну... Ну, он просто топовый. Ну, в трех ветках танка я танчил ДКшника. Без этого таланта ДК говно просто. Как мне это поможет агро держать? Ну, агро тут совсем другое дело. Здесь меткость тебе поможет. Меткость, знаешь такое? Да и... Вот меткость, да. Я тебе объясню. Кап ЛПшки 17%, 3% ШП сова дают в рейде. Собираешь либо 14, но это дохуя слишком в рейтинге, либо 12, это 315 рейтинга. И 2% в третьей ветке в близнетворность кидаешь вместо уклонения. Потому что уклонение это вообще до пизды. Стой, Томас. У нас не все тут. Шком бегу уже. Давай. Ну это я... Отойдите от него. А он же не дойдет, или дойдет? Дойдет. О, сука. Смотри, ковыляет, бля. Томас, вы голову сразу отведешь? Да. А вы чё, куда пошли-то? Твыся, портуйся. Чё, твыся? Портуйся, беги. Да, уже. Тут чё вы сказали, ИГ-10? Сейл. Кара 10, оп. Все, поехал там. Все, она тут. Ну понял, короче, я как бы, ну, ничего не говорю тебе, что ты там, блядь, нуб там или еще что-то. Просто так, что. Стери. Томас, блядь. Оглушение, блядь, погоди. Я видел. Я вот на... Он кикнет вместо меня выловит. Чекнул у тебя, как оно называется. На ребре ЛПшки, там, ну, промахи были. А у меня не... немного не докап. Ну да. Понятно, шаман. Поэтому и промахи. Просто смотри, вот если ты ДК ориентируешь через лужи, хуешь, да эти все АУЕ хуйню на трэш. То вообще это... ДК первоначально делал для того, чтобы ДК просто танчить трэш. Трэш, чтобы не срывался. Ну вот. Вот, а он... Я вообще не собирался его там всякие ЦЛК, всякие вот это вот. А сейчас будешь. Что... У меня типа был танк-вар, бля, там все говно сбегалось. Прям так бесило. Я всеми четырьмя танками тащил. Всеми хилами хилила и пришла на Сирус и охуела просто. Как оказалось, хилят и как одеваются люди. Я тоже всеми хилами похилил, кроме ДЦшника. Коли престол не играл. А чё, с шаманом никто не разделил, что ли, он умер? Ну он походу сам отошел. Либо стоял просто один. Давай, РБКшечка, регайся. Одна РБКшка осталась.
Да пиздец. Сейчас калку пойдет шея. Да. Думал, шея ему пойдет. Лучше багровое колье кровавой королевы. Тащит. Я его сразу впарю. Куплю себе шею Водина. Куплю Водина, блядь. Блин, я еще в DC зашел, увидел это сообщение от мастера, то, что он покинул гильдию, блядь. В списке ЧС гильдии, блядь. Я просто расстроился, блядь. Да. Ну, она... да. Мастер написал, что он гильдию покинул. Этот пилот. Он при Тёме ливал, он еще что-то, говорят, писал. То есть, я не знаю, возможно, меня не было, я еще дрыхала вчера. Короче, он ливал, говорят, то ли утром, то ли ближе к обеду. Тёма был онлайн, он что-то писал при Тёме, в итоге ливнул. Не, за что купил, зато продаю. Да и вообще очень много, я считаю, мы время ему уделим. Хватит это обсуждать. Мне вообще похуй, где он там. Пошел, пусть подавится. И вообще, это вы про паладина, что ли? Бегите от рыбы. Понимаю, если бы Гурыч ушел. Чё, Костя? Мы продаем рыбу, каждый сам по себе. А, теперь ты продаю. А вы в пере? Ну, в обычке. Она хочет догнать нас. Я же встану. Да ну пизду, блядь. Скинтарь, давайте. Доблесть, доблесть. Вечный циркон. Багруха. Я не буду давать, я не покажу, что первый, первая сумка. Хуяк, ебать, багруха. Да Козула. Козула. Нет, я боюсь. Ну сейчас просто доблесть и все будет. Да открывай! У тебя там по-любому боешка. О, Козула. Ну видишь, боешка же. Шаман, умеешь сидеть в пушке? Ретрик либо Кулберс, умеете? Не, я не умею. Не разобраться надо, ё-моё. Один-один жмешь до 90 и нажимаешь 2. Ну давайте я попробую. Попал и достреляем и все. Да они шутят по-любому. Блять. Ну посмотри, ты её... По-любому там не только единицу, а еще двойку надо будет нажимать, блять. Что-то вы меня наебываете. Сложно, да? Да, ну а снайпер. Главное, смотри, не набери больше, ну, 90. Вот 90 его блять. Короче, мне на пушке надо будет стрелять. А когда стрелять, там похуй вообще? Когда будет 90 энергии, там 95 максимум. Тогда разряжай, больше не набирай никакого. Подожди, разряжать чем? Это... Двойкой. Просто наведи мышкой и посчитай способности. Вот ты станешь умным. 90 энергии. Двойка. Ну энергии. Давай еще кто-нибудь повторит. Мощный. Не объяснили человеку, почему. Там, короче, один нажатие единички дает 9 там или 10 или 11 единиц, короче. Вот если у тебя 91, допустим, и ты нажмешь единичку, то у тебя будет не 100, а у тебя будет перегрев. И вся ярость вот эта, она снизится до нуля. А когда ярость на нуле, двойка, она ничего не дает, ДПС не дает. А когда ярость... сидит, Ретрик, ты где? Тактику пошел учить. Ретрик не сидит в пушке, сидит ДК в пушке и шаман. Че ты Драгму выгонишь? Драгма нормальный пацан вообще? Ретрик. Тюсик. Вол, постреляешь хантом? Чё? Да, забей, Вард, типа, всё нормально будет. Я его разберусь. Да, сейчас зайду. Давай, лок, шкаф поставь, пожалуйста. Только чтоб я под корабль.
10 человек в конфе. А чё он? А, ну бой. Не гоняй. Я ебал, это ждать, блядь. Вообще негодяй. Ну извините, мы сейчас поменяем на нормального ханта, блядь. Чё это? Да нормальный ретрик, чё вы проебались, ваш шмот и нет. Я вообще слова не сказала. Ну я же не тебе говорю, а вот тем, кто говорит. Подожди, я сам не слышал. Шмота нет. Слышь, ты высишь. Поставь, пожалуйста. Смотри, как на моем медведе этот рюкзак, ё-моё. Он на циркуле на жопе, прям на хвосте. Да, да. Ну, ты этот, как у защитники русские. Там такой. Лок, дай шкаф, пожалуйста. Лок. Шкаф, лок. Какой я, смотри, клёвый мишка. А то глаз вынул. Лок, шкаф. Моя бабка, знаете, как говорила? Глаз на жопу натянул, прикинь. Шкаф, лок, шкаф. Да он не в DC, по-любому. Нет, он в DC, он тогда ставит. Он отпукаешь, походу. Вы гоните, блядь. Бля, мне показалось, у нас Саска коврит девушка. Я в ноде, блядь. Ты такой вол. Быстрее, дали. Томас, ты здесь больше или туда полетаешь? Похуй вообще. Лучше. Давай ты туда полетаешь, шкаф, Мишка, ты здесь тогда. Изи. О, ебать, Варлок, поставь этот как его. Шкаф. Это шаман пишет. Ники, похоже, выну. Шаман, поставь шкаф, ёпта. Выну глаз и вирус шаман. Я, кстати, тоже перепутала их один раз. Да давай лети уже, Хантом, ну. Так я уже лечу. Так я уже лечу. Пока это. Так а чё вы знаете? Блок не раздупляется. Без камней, по-любому. Еще сейчас, блядь, час подождем, и он пишет камней ноль, нахуй. Сирус или. Смотри, у него VIP, элит VIP бронз какой-то, блядь. Ну, твинк, наверное. Задрот. Чем больше VIP, нахуй, тем меньше мозгов. Чем больше вип, тем меньше скилл, да? Это только избранные могут вип иметь и скилл еще. А тут труба-то никому не нужна, да? Я ШП. Тебе нужна? Если никому не надо. Кому-то надо скворчонок и детеныш кобры? Да. Хочешь, вообще нужно, блядь, нахуй нужны петы? Петы вообще не нужны. Я лечу, что ты чекаешь. Я Варлока, блядь, проверяю. Я уже почти в инсте. Ну я ему уринотерапию сделал. Научили, блядь. Бля, куда мои эти пропали? Читы, типа, чтоб я кнопочку нажимал, сука. Читы. Вар, покричишь тогда на АП? Ну у меня были эти, спек менять, типа, на кнопочку. Ну, блять, Варлок, оживи, ёбаный карай. Я уже почти добежал, блядь. Да какая разница, он на джека. Просто да без него. Его. Да без него начнём, чё проблема. Ещё что ли одного добирать? А, понятно, у него труба просто есть, хули ему, блядь, здесь ничего не надо. Ну ладно, пусть корабли вкашет, не вернётся после кораблейки. Да я бы его кикнул сейчас, прям с КД, блядь. Стоит с трубой АФК, думает, можно АФКшить, блядь. Тоже люди такие. Так он должен был в этом. Он себе наливает. Сейчас ну, пушки же должен был сидеть. Штуку, подожди. Кошка полет. Рожает. Давай, горчина. Стой. Ты себе смотри, как я в бетон головой зарылся просто. Все, да ебаху ханту, ласку, каску. Медведь такой, смотри на мой пукан. Вой, ты на этом корабле, Томас, ты туда. Блять, мы полетели. Когда слышишь этот, как его? Сейчас. Сейчас я вспомню. Какого-нибудь популярного режиссера. Ты когда фильм-то про меня снимешь? Я? Бразерс или что? Вот он, я к тебе к Вудману. Да идею надо какую-то. Я ж тогда просто ни с того ни с того, блядь, на РПН ходил. Давай, думал, чтобы я Оскар получила. Тревога! К
Как знаешь, Саша, что говорит? Можно вот этот из Властелина колец? Ну, Властелин колец такое. Там я упал, можно... короче, прикинь. Вернет тебя, ну, по крайней мере, должно вернуть. Слышишь, где Галадриэль вот эта с Фродой стоит? Лол. Че, вернула, Вэл? Толик, обнови, пожалуйста, каску пороги. Зачем мне фу? Ну, твыся, я не девочка, чтоб тебя озвучивать. Спасибо. Разберемся, все. Бар, обнови на АП. Я тебе могу... Хрюпа по меня изобью. Полетел туда уже, там, условил. Ничего, мне просто единицу спамить, блядь, и двойку. Да, когда двойка будет, когда 90 будет... Настоящий вам, пацанар? Я когда замораживаю, что делать? Ничего не надо, да? Да, пить раньше. Ну лучше стой у пушки, сейчас уже залезешь обратно. Окей. Ебать, так сложно. Томас, улетай. Вар, давай прыгай тоже. А чё, я один стреляю в этих? Да. Том, блять, Вар, ёбаный карась, просто Спартак. Ты мог спрыгнуть с этого. Прыгиваешь с другой стороны корабля и всё. Какая песня. Мы как-то в тишине сидим, какая-то полетел, по-моему. Если с таким. Бросили, бросили. А ты можешь потом лужу кидать в этих чуваков, типа, помогать дамажить? В этих? Да, могу. Я иду. Я рядом. Черепа свернулась. Особо не помогает дамажить. Да, не было. Улетайте, Вал. По вас там шутник. Улетели? Да, улетай, улетай. Я съебался. Подожди, я реально один стреляю? Да. Батя, вот это. 11. Да не, вон кто-то еще пуляет. Томас, как стаки спадут, летит. Бля, у меня уже мана кончается. А у нас паладин есть? Че? Патрика нет маны, блин. На них еще мор вешает. Вышел. Томас, как готов, улетай. Улетай, на. Томас. Блин. Видишь, кто тебе имя разливает? Вижу, я аж прихуел, блядь. Да не тебе. Так мне тоже залили. Кто? Так может, я ему и залил? Я твыси залил. Блин. Точно? Сейчас посмотрим. Так. Ну конечно. 7 тонн. Почти 8. У меня что-то хуёк и фулмана. Он сколько пока друзей? Получено ман. 2 воет на 7000. Может, там Пал может просто джагл кидает. Воет мне сейчас. Чё, тих дали? Пал, улетай. Томас тоже улетай. Бля, у меня тут, короче, эти пиздюки, бля. Растут, как на дрожжах. Не успел добить, да, Крикс? Где ты? Не стоит. Слабенький на среде. Да не, но. А мне кто ману залил? Лол. Тотем? Кстати, может быть. Хотя у нас да, шаман залил. Какой, какому ману залил? Шаману? Нет. Ханту кто-то залил ману. Мне кто-то залил, а я не знаю кто. Благодарить. Эту, чап, может, ты банку случайно выпил? Томас, улетай. В смысле, банку случайно выпил? Вися 2000 тебе залила гимно. Гимманы. Вот. Там 2000. Да мне на фул залилось. У тебя ман-то сколько всего? Чудеса. Тут гадюки называются. Быстрое возмездие какое-то еще. Фантос, КД. Ты, блядь, прям выслеживаешь КД истерии, я так понял.
Но у меня адреналин как есть. Вал, улетай. Да я уже там считаю. О, давай тоже. Не, с таким монорегом мы обосремся, конечно. Блин! Получил пизды. Забыл. Выйдем. Разряжайте уже пушки. Пушки разряжайте. Вы должны добить, давайте, давайте. Выйдем, блядь. Разряжайте пушки, вы что там спите, блядь? Бомбовский, выпрыгивай, выпрыгивай сейчас, сука. Какая отморозка, идите колдуна убивай. Бля, у меня мана кончилась. Колдун Шансун. А вот 100 маны. Кто это делает, бля, со мной, нахуй? Твоя душа теперь моя. Блядь, как вы думаете, будет нормальный ремейк Mortal Kombat? Перезамужем. Пушки добивайте уже. Пытались сериал снять. Съебываем, съебываем. А чё, кто второй сдох? Улетайте, с корабля улетели? Да, 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 да. Бубер, добиваем быстрее. Бля, я вроде дамажил, хуй знает. Не буду, бля, патроны тратить. Томас, сядь тоже, пушку добей. Ты шаман под Мурадина залез. Такой моб на другом корабле. Не подходи. Сундук, все ресают. Только сами вставайте. Сами вставайте, ресы. Томас, смотри там за сундуком. Если вас реснут, вы провалитесь. Лока. И сагрите врата. Знаешь, какой прикол будет? Если я тебе текст какой-то напишу, ну надо покумекать вместе. Короче, можно будет его наложить. Да, ну можно будет его наложить на этот момент, где, короче, Галадриэль вот это... Не открывай, не открывай! Кольцо хотела забрать у Фродо, типа, он не тянет, типа, на кольцо, типа, ёбаный в рот. И ты такая врываешься, да я там чё, кого, блядь, буду первый по ХП. Топорик. Ой, я могу топорики носить. Слышишь, Кика Лока у него уже значок на рука стоит. Капец уж. Ну что, у нас есть как добрать? А сколько вообще репа можно вынести за ФЦЛК? Пойдемте, шаман, смотри. 1007, наверное. Да ладно. Так, ты мама, подружился с шаманом, Костя? Он мне написал. 2К, 3. Почему? 7. Как 2К? На сумму тоже придите. Я убил боссов, оставил Лану, Сидру и Лича. И у меня там репа была вот с 3К, с нуля, да? И 3000 с лишним, 4 где-то. Дружелюбие. Вот 3... А сколько боссов? 10? 12. 12. Ну по 3 сотки с босса. Так ты... 11 тысяч. Трэш там миллион еще репа. Ну да, там еще трэш. А ну, доблесть дают на них? За кого? Нет, он про репу говорит. Про репу, я думал про доблесть. Не-не, про репу. Про репу. А вы ушли там, да, сумонит? Да, да. Что-то как-то вчера шаман побольше ушел. Быть шаманом, королем. Там есть кто в гильдии, кого можно добавить? Сейчас. Я просто хотела спамить, а ты уже шамана добрала. Кого ты хочешь поменять? Ну, шаман беру, шам, который он уходит. А, хорошо. Ты зачем уходишь? Желательно какой-нибудь лок, либо сову. Он говорил. Какую сову? 2К луна, блин. Чего с луна, чувствовашники? Никогда не понимал людей, которые делают ник типа ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли, блядь. Тоже. Ли-ли-ли, блядь, дурачок. Почему? У меня пиздатый ник. А вот этот ник, который бр-бр-бр, блядь. Да кашляй. Ио! Куиный ник топ. Райдера беру, Райдрика, да? Дарья. Шаман, может сейчас тогда пойдешь вирус шам, который... Сейчас не, увидит, пускай что... это добивает уже. Увидит, что воет в рейде и кикнется нахуй. Шредер! Это же Шредер. Да пускай босса убьет и все, и... Ну мы как бы не сурка уже с ним добавим. Ладно, шаман, сиди тут. После сурка уйдешь. Сейчас я ставлю рыбу.
Так, тут, по-моему, какая-то метка. Оху какие, любые, ставь, если ты. Кровавый удар. Похоже на эту. Маслин, кани, пожалуйста, бричат этот... Дискорд? Питан на нашу. Дай, пожалуйста, лапку в пороге, и я запускаю. И пристава в пороге. Дал лапку. Пускаю. И по шаме тоже баф дайте. Слышь, смотри, не с одной гильды эти. Гильда шаманов. Он стал пустыню. Но. Чё, поскольку... Ой, поскольку, блядь. Ты первый или я первый? Ты первый, заебал. Ну, бля. Коли ты ноешь. А, подожди. А варочек-то у нас непростой. Мы рыбу жрали. Смотри-ка, ничего себе, у него гир какой, шея есть. Он мало дает для своего шмота, мне кажется. Вот я так же считаю. Кто-кто? Я не просто считаю, я это знаю прям. То вот мастер в таком шмоте, как у него сейчас, он бы, ну, больше тебя, наверное, давал, 12-13. Он уже 12. Вот давайте не будем, давайте чертей не поминать. Сейчас ведь нарисуется ваш мастер. Это паладин который? Ну. А вообще раз же, кстати. Чтобы ты понимал, Сафо, выбор, скорее всего, будет, наверное, гер бисом для пури. У тебя только одна говно хреня. Ну вот увидишь вара такого слэйр, блин, посмотришь. Истерию не забудь. А у нас... Геру, шаманы. Шаманы, блин, Геру. Вон же уже идет. Он без воли бегает, он с выбором и чешкой. И там забери. Вы что, бля, охренели, блядь? Так вы напуливаете вообще? Я напуливаю, блядь. Ты им, наверное, без стойки проверь получше. Да все со стойкой, блядь. Блядь. Трэш, свистните. Часов мобов, блин, ну что вы за люди? Пошел нахрен, чудище, чудище. Быть шаманом, королем. Куда эта песня, блядь? Шаман Ким, как и называется. Подожди, а я рефрешер. Выбирай. Я куда? Рэш, готовимся. Я не таунчу. Но ты не бей, тогда есть. А у него тоже еще сбился. Мог бы пошевелить. Рэш долго заливается. Нормально. Нет, он... Потому что РДД не хотят свечиться. Ты смотри не на того, на кого он смотрит, а на того, по ком дамаг проходит. Вот сейчас руна на мне, и дамаг по мне проходит. Это очень интересно, конечно, тебе надо там, нажал. Так, я не знаю. Ты смотри по дамагу, по кому он бьет. Он же проходит дамаг. Эвейдим забагался. Блять, только две стрелы стрельнул уже, блять, подон. Ну потому что мы с тобой вдвоем походу слышали, да? Идиотизм, босса эти. Первый раз, когда на него уходил, да. Все, если воля упадет, ваш урон в трэш, то 60-ка обычка, но просто чтобы там стыдно было. Давай. Уже ебаный. Сколько у меня? ГМ в гильдии ГП вы дал сейчас, да? Тут трэш не было. Бля, у меня какую-то херню. 3 сотки почти вел. Нормально. 10% есть. 18. О, мечтяк. Я, значит, крутой. Бля, ребят, тут, короче, такое дело, блядь. Нахуя бегать начал? Дебил. Идиот, идиот. Да почему мана качаешь? Что ты делал? Кто там любит ману будет, заливать? Перестанешь садиться. Клуберс, дай бомжей.
Ты думаешь, мы успеем добить? Губерс. Нет, трэш надо бить, тут не надо думать. Память. О, кто-то убивает его. Бзить. Опять без мана. Томас, дай бомжей доигрываем в босс. Поддонок, блядь. Ты лучше удумал. О, тапки какие. Ой, параша. Пойдемте шредера засуманим. Что-то тряпочный день какой-то, блядь. Ну, тури. Ладно бы тряпки с нормальной паной. Ну, хоть топор с корабля упал. Ну, кто-то откройте, пойдемте на сумане. Да там уже ДКшник на спинтал. И тебе пока. Пока. А мы увидим друг друга? Да. Ну, если я... Нет, а у нее класс еще не сделал. Сейчас посмотрим. Я ни хрена просто не сделала. Да. Видим. Видите? А чё я набегу, блин? Нет, десятый. Ну, посмотри, сколько я трэш набил и сколько ты. А сколько я набил? 600 тонн фурии. 368, а он 600. Нормально хант набил, ему посложнее, мне кажется. Редер, ты тут? Ты в Дискорде? Редер. Ну, конечно, старайся мой Дискорд. У меня кружка пофикшенная, она теперь бесполезна, я бы ее поменял тоже. Я хочу себе чешку Гера и череп. Чешка воли вроде как тот. Волю не очень хочу. Череп Гер хочешь? Да. А ты... Зуламан вы убили? Да. Хорош. Теперь ты в Геру пойдешь сегодня, да? Да. На прошлом году Локом так-то ходил. Это вообще топ. Не, ну Рога это, мне кажется, покруче. Да. Не, ну и Локом тоже. Че уж говорить. В шаманах будет вся проблема. В шаманах. Я, ну... Редер, ты зашел, нет? Да, он в Дискорде, принесу. Он хоть у меня и есть, как бы, но это не значит, что я прям, блядь... Надо сколько собрать-то? Шаманы, да, что? Омский, зачем тебе это чупа? Шел, зачем тебе? Зачем тебе это чупа? Максон дошел, принял. Зачем мне чупа-чупс? Ну, я в 25-ку хожу, мне кровь последнюю не... У меня квест весь сделан, ДС собраны, блин, осталось кровь от... Шредер, с тебя каски, поле паладин, с тебя кулаки МП5, у Шредера кулаки не покачивают. Чё говоришь, Крикс, плывел? Как так одно? Ну, короче, получилось так, что чувак ролил, ему нужна была одна кровь, и он мне вторую отдал просто. Ты ему сказал, пошёл на... Но он не отдал ее просто. Че, решили валик сразу слить? Мы же все равно до леча не дойдем. Раза. Раза? Бигсагрит кто-нибудь, как обычно. Ну, тут РТ типа... Да уже. Нормально, у нас только 1-200. У четверых РТ. Восколько 6? Да, убили. Сейчас такой, нет, а да я КД не буду. Шекл! Нету шеклов. Там надо было стан какой-то. Ну, ретрика-то нет. О, вторая. О, вторая летит. Кис-кис-кис-кис. Поймаю. Вот приготовьтесь, кто-то стан. Ну, можешь этот почки зарядить сейчас. Тебе то есть он сейчас бегут. Ну, успел. Угу.
только скиллованные игроки успевают. Амброзы, берите, пожалуйста. А тут только такой стан, да, прокатывает? То есть обычное сбивание как-то... Жаклый, хер, это все тоже просто. Амброзы, берите. Ты же ДЦшник, ты не скиллованный. А пух совсем, кто ДЦшник? Прикинь, в натуре они уже убили великана. Я тоже не пойму, кто указки раздает, а кто платит. У меня крест сейчас есть. Каски нет. Шреддер, с тебя каски с холика кулаком ПП. У меня кулак есть, нормально, да? Шреддер, я на роге не вижу. Каска появилась. Сомбари. А мне и так заебись. Если будет баф еще. Вар на хп покричи. Липучка. Надо, кстати, свечок Рик все-таки проверить эту. Какую? Ну, с Герой, то, что у меня КД не принималось. Ну, попробуй, если возьмутся. Ну, попробуй, давай. Ну, ладно, один раз, типа, меня присумонили, у меня не были. И два раза не было этой таблички. Один пробежал мимо такой пацан, вон там, кукни его. Поехали. Круточки такие. Ну, боешь, где вы, блядь? Куда эта хуйня убежала? Он завидился? Хочешь с собакой прийти, наверное? Выся, а помнишь клип такой? Там, короче, баба, ну, белобрысая негритянка, так... Короче, за мужиком гоняла. Такая жесткая, короче. Такой мужичок, бедняга. Виспа, пожалуйста. Ты помнишь такой, нет? О, поврежденка. Я, моя. Нет, не порно. Это музычка такая была, она пела. Музычка в клипе? Да, музычка. Типа вот ты этот, баба это короче, этот мужичок. Блин, сейчас так и не найдешь, да? Так хер узнает, как называется. Вообще не понимаю. Лысый же мужик-негритянка гонялся за... Что? Лысый мужик-негритянка? Так, опа. Хуйня, не даешь. Ну чё, по-обезьянке я выиграла? Бля, 8 галды. Идут! А чё, мы этого будем мелкого убивать? Да, мелкого. Дай истерику. Ёпт. Вылази. Можно чуть-чуть поглубже собаку завести? Да, да, да. Она что-то стоит, я вообще. Ну, кайф. Бля, вот теперь кайф. Теперь мана не кончается. Ну а что у тебя с маной-то было? Не знаю, ретрика не было. Да. А что тут еще тоже поставим? Мы реально только убьем даже собаку. Thank you.
Ленточка! Ленточка! Залупа, блядь. Тащите вторую. О, красавчик там, сволочь, держи. Мелкий заявыдец, не трогайте мелкого. Блять, не трогайте. Не, нормально. Встаньте за угол, где рог стоит, вас не будет этой зеленой хуйни. Ну куда, блядь? Не-не, не танки, не танки. О, работает, не песни. Только с меня мелкого добери, пожалуйста. Они сейчас гибнут. Да он заебал упор подходить, нахуй. Смертельная рана 5. Ты же не бьёшь, ты же не бьёшь. М? Бьюзеры. Иди забери медведь. А то ДК там не прокинь будет. Так у него 0 стак. Не? Ну, а уже 0. Чё-то, чё-то... Или вышёл тут в жопу. А чё было? Ты мне писал 5. Ну он типа промахивается или чё? А там мало времени что ли даёт? Нет, он промахивается, понимаешь? Промахивается. Собака меткость кап не собрала, блядь, шмотки хуёвые, одела на МП5. А, там мало секунд даётся. Поводок забыл одеть, блядь. Всего 15 секунд. Ну это вот как ты, ДК не доодел в меткость, так и эта собака тоже промахивается. Ты гадкий, мой. Да ладно, чуть-чуть осталось. ДКшник без меткости, фу, блядь. Да чё гадкий? Нет, гадкие нет. Были те, кто со мной... А, я так и стою, я танки, держите трэш. Трэш? Какой трэш? Здесь нет никакого трэша, все боишки. А я такой плодить нашла, вообще кайфую весь рейд. Ты о чем? У нас музыка-то не играет, Юля, ты чё? У меня в голове музыка. В голове, да. Избавил. Спасибо. Сама там стоит, сидит музыка. Хорош, почти сорвал кожу. Не, ну вот это... Да. Отдам мут всем, не стрейлам всяким. Я 12 кожи сорвал, прикинь. Хорош. Просто куплю себе тирдоликт. Костя, мы куда идем? На турбо. А че все тухлого тут бьют, он че? Ну он просто сложнее. Кто? Лол? Давайте великану вернитесь, пожалуйста. Да ёпта. Да ёпта. Слечу тебя, блядь, за это. Нахуй лагайте. Это лагайте. Тесно. Я, бля, там это исследователь. Поймал. В смысле, блядь? Коромысли, блядь. Пусть осветит. Смотри, как я лежу красиво. Смотри, получается. Ну, дурак какой-то вылез, надо его убить. Этот свежеватель, то он меня заставил лежать. Что еще за хрень, блядь? Всем пизды надо. Ужас. На первую спору все сбегаются под босса, потом все разбегаются на свои места РДД. И больше не сбегаются. Если понадобится сбегаться, я скажу. По 8, да, получается? А разбегаются они сразу или после того, как Хулипал захилит их символом Света Небес? Могут сразу, без разницы. Он захилит потом? Да. А, это, Холик, возьми, пожалуйста, ауру тьмы и дашь мастер ауру, когда будет. РЧ на пул, на баб. Что места там, свои, по займите. 8, да? По 8? По 3 стака держите и забирайте потом. Ага. 3, 6. Главное, не проебите стаки, чтобы ДПС вас не упал. Окей. Ты первый. Все готовы, Томас, можешь пулять. Дай стерею.
Томас это реальное имя или просто ник такой? Прикинь, Томас, ну как кота этого звали, который кричал там. Кричал. Ну ему этот мышь постоянно пизды давал. То иголку в жопу воткнет, то еще что. Тут такой взлетает. Все под босса сбежали, сердедейхилы. Мастер Аур, дай паладин, прожим кровь. Был взрыв, конечно. Все разбежались. О господи, что происходит? Тут маленький дамаг, да? Да нет, дамаг вполне. Че, в 25-ке тоже так хуярят? Да, можно. А в Гере вряд ли, да? Бля, а почему я блюю, сука? В Гере выносим, мы так не делали в Гере. Мне кажется, тоже в Гере можно, если про товар такой сшивый, чё, кого. Ну, чтобы не терять ДПС, так заебись. Все, никто больше не сбегает. Так, я что-то уже 4 стака словил. Это грайминга тебе. Кто может убить, ты будешь бить. До 8. Да, да ты тоже бей так-то, медведь. ДПС много. Даже чтобы я ДПС давал. Никого в коте побью. Ну, чтоб ты понимал, я здесь медведи 7-8 продаю, если я танчу первым. Ну, это нормально. Прожимку надо будет на следующую дать? Я скажу, когда. Окей. Надо приодеть сначала медведя, чтобы столько давать. Ну, у него просто усилки в силу закатанные. Сейф прожимки отдали. Мне даже? Ничего не пробил. Ну да, давай. Забирай. Бля, это что ты какой-то шнотик-то второй раз уже? Подожди, а мы как-то были, тут тебя вообще там... Тебя, да, по-моему, раз и 4 подряд хер. Больше никто не сбегается, нас скоро добиваем. Урона, блядь, вообще дохера, если честно. Да не особо. По-моему, вообще было нормально. До берсы еще 2 минуты. Бля, ну не успеваем, давай заново попробуем. И выйдем. Да. Дай истерику, как будет, да. Давай мне истерику, что ты ему даешь? Блять, язык мой. Ты там враг? Все, Юля, наблевали на тебя. Вот так вот, не надо было надо мной смеяться. Почувствовала вообще-то, слышь? С усмешечкой такой. О, какие тапки, прям как у меня, блин. Пойду покручу вентиль. И знаете, что надо? Пуха с Вальки, с мастерством домишку. Вот, блять, пиздец, как надо.